Здравствуйте, друзья. Все готово к началу матча. Перейдем к составам буквально через минуту. А пока позвольте представить моего коллегу. Георгий Черданцев и Константин Генич вместе с вами сегодня на этом матче. Поехали. Де Ройс. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Де Росси. Мяч перехвачен. Шанс организован. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Такие передачи. Можно забивать. С очень неудобной позиции решил он пробить в этом моменте. Да, и мяч идет мимо ворот. Ничего опасного в этом эпизоде не было. Хороший по задумке пас. Пас в разрез очень точно. Голкипер забирает мяч. Все верно. Края надо чаще задействовать. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Они. Арбитр показывает, что мяч ушел на угловой. Крайне плохая передача приводит к потере мяча. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Сильно пробил, но попал в створ ворот. Это самое главное. И попал в правый угол. Это еще важнее. 1-0 в нашей игре. Де Росси. Мяч вперед идет к чужим воротам. Удар! Отличный сейв! Арбитр назначает угловой. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Маркизио! Мимо! Как он не попал! Прекрасный был момент, чтобы сравнять счет. Обидно, конечно, упускать такую возможность, но теперь нужно скорее об этом забыть и создавать новые моменты для взятия ворот. Накрывают его прессингом. Мяч в аут ушел. Тевис. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Совсем неточным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Азар. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ни к чему не привел навес, мяч у защиты в итоге. Хорошо мяч перехватили в атаке. Как он работает с мячом, всех обыграл. Стерес. Штанга спасает, но игра продолжается. Момент был, что надо, чтобы сравнять счет. Но за соперника сыграла штанга.
Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И есть гол ответный, ничья у нас опять. Здорово сыграли, молодцы. Снова равенство на табло 1-1. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Де Росси. Арбитр назначает штрафной. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Де Росси. По флангу идет атака. И есть тут свободное пространство. Такие передачи придают атакам остроты. И выносится мяч из штрафной. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорошо укрывает мяч корпус. Хороший пас на ход. Судья позволяет. Забивать нужно! Хорошо сыграл защитник, но все еще опасно у ворот. Навес в штрафную. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Смещается в центр. Ну, видимо, будет бить по воротам. Можно забивать. Хороший навес, но немного не точно. Азар. Есть удар. Красивый прыжок вратаря и прекрасный сейв. Мяч перешел к другой команде. Азар. Пас на ход может быть интересно. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. 3 минуты добавлено к основному времени. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Прекрасная игра защитников штрафной. По разу сумели отличиться команды в первом тайме, пока ничья 1-1. Закончилась первая половина встречи. Начинают второй тайм команды. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Есть поддержка здесь. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. И пробил. Выше ворот летит мяч. Если бы не вратарь, был бы гол. Свистят болельщики гостей, по их мнению, хозяева тянут время. И мы это с вами хорошо видим.
На коротке решили разыграть угловой. Подача, чей мяч будет? Ох, какой гол! Какой гол! Ну, нет ничего удивительного в этом голе с углового. Так обороняться нельзя. Это больше похоже на домашнюю заготовку. Очень здорово разыграли угловой и отправили мяч в сетку. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Азар. Слишком сильно. Вратарь будет первым на этом мяче. И подача туда, в сторону ворот. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Де Росси. Азар. Будет навес. Будет угловой, и это шанс создать что-то у ворот соперника. И разыграть решили угловой. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Очень грубо в отборе сыграно. Желтое тут может быть. И арбитр показывает желтую карточку. Опасно подать в штрафную именно отсюда. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Ну что же, надо поздравить парня с тем, что он забил, потому что такое счастье защитнику выпадает не каждый день. А еще говорят, что техничный защитник враг команды. На самом деле это не так. Посмотрите, как здорово исполнил, а? Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Нет, не дошел этот пас до адреса. Мяч остался. За такую грубую игру можно и желтую получить. Спорить тут никто не будет, чисто желтый. Очень хорошая возможность выйти вперед. Коротким пасом разыграли. Опасно! Это опасный штрафной. Отличная позиция для удара. Сможет ли он ей воспользоваться? Точно в руки голкипера. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Отлично сыграно. Может быть опасно. Что творится? Они забивают один за другим. Подстроился под мяч и засадил, что называется. И засадил так засадил. Теперь можно радоваться тому, как верно в считанные доли секунды было все сделано этим парнем. Азар. Маркизи. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Слишком сильно. Мяч у вратаря будет. Вратарь выбивает мяч подальше в поле. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Де Росси. И есть поддержка у этой атаки. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. Еще чуть-чуть, и был бы гол.
Грубый отбор. Тут и желтую увидим мы. И желтая в руках у арбитра. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Заброс вперед. Атака продолжится через фланг. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловой номер... Какой номер? Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Маркизио! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Какая атака, а? Какой гол! Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишитесь. 6 голов наколотили друг другу команды, и у нас 4-2. Очередной точный пас в его исполнении. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Впереди еще 10 минут. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И снова точно партнеру отдает он мяч. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Ну и где же навес? Нужно бить поворотом. Голкипер забирает мяч. Очень хотят болельщики, чтобы их команда собралась, показала свой футбол. То, во что они играют сейчас, это я даже не знаю, как назвать. Недовольство трибун тут очень уместно. Я добавляю 3 минуты. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Вновь надо выполнять подачу с угла поля. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Маркизио! И это гол! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Что творит? Что творит? Держите его семеро! Да, сегодня он просто какой-то сумасшедший футбол показывает. Каждый раз удается освободиться от опеки и выскочить на ударную позицию. Он сегодня провел выдающийся. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате.
Есть игрок впереди. Пройдет передача. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень... Момент был, что надо, чтобы сравнять счет. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И есть гол ответный, ничья у нас опять. Здорово сыграли, молодцы. На коротке решили разыграть угловой. Подача, чей мяч будет? Ох, какой гол, какой гол! Ну нет ничего удивительного в этом голе с углового. Так обороняться нельзя. Очень грубо в отборе сыграно, желтое тут может быть. И арбитр показывает желтую карточку. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Мяч остался. За такую грубую игру можно и желтую получить. Спорить тут никто не будет. Чистая желтая. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Отлично сыграно, может быть опасно. Что творится? Они забивают один за другим. Грубый отбор тут, и желтую увидим мы. И желтая в руках у арбитра. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Маркизио. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Маркизио. И это гол. Есть хет-трик. Прекрасная игра.